Здравствуйте, с вами интернет-магазин стеклоподъема РФ. А перед вами электростеклоподъемник марки LiftTech. Электрические стеклоподъемники LiftTech производятся в Италии. А действительно, настоящее итальянское качество. Их производитель этих стеклоподъемников уже более 35 лет выпускает одни только стеклоподъемники. И в его ассортименте более 2000 позиций. Именно эти стеклоподъемники поставляются на конвейер таких производителей, как Iveco, Volvo, Lamborghini и даже Ferrari. Именно эти стеклоподъемники поставляются на магнете Morelli, перепаковываются и продаются затем по всему миру под этим известным брендом. А мы поставляем эти стеклоподъемники в Россию. Давайте посмотрим. Прежде всего, очень красивая, очень прочная упаковка. Обеспечивает сохранность стеклоподъемника, а также его удобную переноску. Вот при помощи ручки, которая здесь есть. Давайте заглянем внутрь. А внутри вот такой вот стеклоподъемник. Довольно редкий тип конструкции. Мы будем называть его кабельным. Значит, так, кабельная конструкция с мотором. Значит, еще раз повторюсь, довольно мало применяемая конструкция. В основном она применяется на грузовых автомобилях, где стекло довольно большое, тяжелое и идет вниз, опускается под своим весом, а вверх его уже поднимает двигатель. Однако это стеклоподъемник для всего лишь Renault Megane в задней двери. Ну, аналогичным образом выглядят и другие стеклоподъемники для других автомобилей, имеющие именно такую конструкцию. А я, как говорил, у этого производителя более 2000 наименований. Мы, наверное, не будем для вас снимать каждую позицию. Вот, выборочно показываем. Итак, эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупки или звоните нам по телефону 8 800 333 1059. Каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!